Обычные уличные фонари в Витебске теперь расскажут о многом. В исторической части города это не только освещение, но и шпаргалка для туристов. На что обратить внимание? Местные художники придумали необычного персонажа и поселили его в уличный фонарь. Новому герою витебских улиц уже придумали имя – Витя. Он подскажет, где покормить голубей, где разместилась знаменитая ратуша, часы на которые часто показывают в разное время. Это такой новый гид по городским достопримечательностям. Крохотный персонаж в каждом фонаре разный. У нас много гидов по городу, и делать еще одну такого же, который будет рассказывать: в этом доме жил великий писатель, наверное, бессмысленно. Это альтернативный гид, он несколько ироничный, несколько хулиганский, несколько безалаберный, но очень дружелюбный. И с ним нужно подружиться, чтобы увидеть город по-новому. На реализацию проекта ушло 3 месяца. Из каких материалов создан макет, который затем помещают в фонарь, авторы держат в секрете. В центре города уже установлены 500 рисунков, но эскизов вдвое больше, так что художники намерены поселить героев в каждый фонарь пешеходных улиц северной столицы.